Итак, сейчас наступает самый ответственный момент в нашей безопасности. В безопасности нашего велопробега. Просьба всех желающих принять участие в нашем велофестивале начать строить колонну. Подходите, пожалуйста, к нашим маршалам. У нас будет сейчас выстраиваться три колонны. Первая, вторая, третья. Они ограничены веломаршалами. Ребята, с флагами вперед. Значит, в колонне у нас идет не более четырех, в шеренге, не более четырех велосипедов. Расстояние между велосипедами в колонне не менее 1 метра. Начинаем строиться от маршала по 4 человека в сторону проезжей части. Строимся от крепости. Колонны наши возглавляют наши спортсмены велосипедистской спортивной школы, поэтому можно начинать строиться за ними. Я буду помогать. Все вопросы, которые есть, ко мне обращайтесь. Начинаем строить колонну. Все желающие принять участие в велофестивале, подходим, пожалуйста, к маршалам. И мы будем Василий, что вы пожелаете Бресту? Сегодня все-таки замечательный день. Я в этот замечательный день желаю Бресту и всем жителям Бреста процветания, радости и здоровья. Поэтому, а еще любви, Вика, любви ближнему и ко всем нам. Чтобы был мир, да? Мир во всем мире. Удачи! Не стала ни колонна, ни суши.